Продолжаем отслеживать дальнейший ход послеоперационный. Угу. То есть как по времени, вот обычно неосложненная желчекаменная болезнь эндоскопическим методом? Значит, приблизительно 30-40 минут. Вот. Но если случай идет более тяжелый, когда запущенный случай, они идут минут по 50-55. Это уже как бы сложившееся. Уже среднестатистический, дело, да? В том, что я выполняю эту операцию уже 19 лет. Thank you.